Татарбунарском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки. Им оказался 37-летний житель села Дивизия, ранее судимый за наркопреступление. Подозреваемый сознался в содеянном. После заявления жительницы села Тузлы в полицию о пропаже 16-летней дочери, которая отправилась в соседнее село на дискотеку и не вернулась домой, весь личный состав был отправлен на поиски девушки. После некоторых часов поисков тело девушки было найдено в лесополосе со следами насильственной смерти. За горячими следами был установлен та затриманный, раньше засуджений 37-летний мешканец села Дивизия, у якого был виявлений та вилучений мобильний телефон загиблої. Мотивом злочину зловмисник називає бажання заволодити мобільним телефоном потерпілої. Також він зізнався, що зґвалтував дитину. Я Донько Скоза, лежав на обочині, почув музику, підняв голову, пішла дівчина. Ну, я її догнав, дав кулаком по шиї. Я взяв телефон, вона каже, більше не бити. Ну, я кажу, я тебе бити не буду. І стащив дороги, тіл, знасилував. Вона возмущалась, звісно. Я їй пару раз по морді дав. Вона почала кричати туди-сюди, я її трошки за горло схватив, начав трохи придушив. Придушив, знасилував, телефон взяв і пішов. По данному факту было начато уголовное производство по статье 115 «Умышленное убийство». Назначен ряд экспертиз. Все окончательные обстоятельства событий установят следствие. Ведется досудебное расследование.